честно, скажу, немножко трепетно. Здравствуйте. Спасибо вам большое, приятного полета. Первый полноценный питерский день встретил меня очень дождливо и пасмурно. Всем привет! У нас начался второй день мой в Питере. Сегодня опять холодно, опять пасмурно. Ну, вроде бы в дождь не обещают. И сегодня я еду в центр на метро первый раз в своей жизни. Сейчас мы будем заходить в метро проспект Славы и выходить, наверное, где-то рядом с Кунсткамерой. Не знаю, просто засниму вот это вот свое первое впечатление от метро. Наоборот, здесь. Никуда. Нам сказали, что в метро нужно носить маски, поэтому мы нацепили. Так. Ага, аппараты по продаже жетонов. Да, сейчас вспомню, как это делается. Сколько вообще стоит проезд, интересно? А проезд стоит... Это жетон торчит. Сейчас около 50, сейчас я не помню. Давно не ездил. Так, подтверждение операции. Ну что я сниму? Опа, все. Вот такие интересные у нас жетончики. Прикольно. Кто не знает, как пользоваться аппаратами, или как хочется. Можно на кассу подойти, купить проездной билет и так далее. Ну, показывай. Поехали. Загорается зеленый. О, мозаика. Вот сейчас уже спуск, да, это у нас мозаика. Пожарная. Вот спуск, смотрите. Здесь вообще, в принципе, не глубоко. Я бы так сказал, я просто уже давно не ездил. Станции, вот подходишь к табличке, допустим, и смотришь. Вот мы сейчас находимся на проспекте Славы, а нам нужно ехать вот сюда. Значит, нам куда надо? В эту сторону. Пошли. А другие цвета – это обозначение других веток? Это переходы из одной станции на другую. Вот мы, получается, находимся здесь, а нам сейчас нужно ехать вот сюда. То есть у нас фиолетовая ветка, нам все фиолетово, вот никаких пересадок мы не делаем, просто едем. С какой стороны оно приходит? Аккуратненько.
этот уже выше, смотри. О, смотри, какая высота. Ой. Видишь? Да. Вот, вот это уже глубокий. В отличие от того, что там на проспекте Славы. Вот и арочка. Да. Туристическое место. Сразу всякие экскурсии все предлагают. Ну, в туристических местах так всегда. Да, вчера проехали здесь на машине, а сейчас увидим воочию, как обычно, все гуляют по Питеру. Все то, что я видела на картинках, на фотографиях. Это получается Эрмитаж? Это Эрмитаж, да. Тот самый Эрмитаж, тот самый Зимний дворец. Да. Да, я представляю, что летом тут вообще здорово. И летом много людей, все отдыхают в Твери, как замечательно, тепло, расслабляются. Да. Это, конечно, намного приятнее, чем осенью, когда холодно, тем более зимой. Угу. Потому что можно вдоволь провести время здесь, походить, и ты не замерзнешь. Осенью ты как бы все равно подстраиваешься под погоду. Проходишь все очень быстро, потому что замерзаешь. А летом можно спокойно погулять с комфортом. Подошли мы к Кунсткамере, она работает, все, там есть очередь, логично. Но так как у нас очень ограниченное время сегодня, то я решила отложить это на более поздний срок и зашли во внутренний дворик. Тут находятся всякие идолы. Вот такие вот статуэтки, статуи. На смотровую площадку, на колоннаду, где будет обзор, соответственно, на весь город со всех сторон. Вход 200 рублей без предоставления льгот. Thank you.
Шаверма, не шаурма. Так непривычно, что вокруг везде питерские номера. Я же говорю, по 23, 23. Ну, смотри, 50-ка. Ну, в Подмосковье. Очень много кафешек прям всяких на углу. Ну, туристический центр. Ну, да. Причем именно уличных много. Нам 3 часа идти на лес. В каждом городе какая-то своя особенность. В Краснодаре очень много кофе. В Ростове очень много пивнух и музыкальных магазинов. Это очень странно. А чего много здесь, как ты считаешь? Пивнух хватает, и кофеин, ресторанов просто. Да все есть на самом деле. Всего хватает, всего много. За Юль.